Доктор Кёрси, пройдите в первую операционную. У доктора Пола Кёрси была идеальная жизнь. До одной роковой ночи. Когда закон не может защитить... Это все не раскрытые дела? Ага. Обычный человек должен сам стать героем. Преступники еще на свободе. Который хочет... Мне нужен пистолет. Который жаждет смерти. Если хочешь кого-то защитить, сделай это сам. Вооружен, опасен и прекрасен. Типа того. Ты же тот доктор! Я доктор смерть. И этот доктор пропишет летальную дозу мести. Кто еще там был? Я больше ничего не знаю! Я верю тебе, Джо. Значит, ты меня не убьешь. Нет. Домкрат убьет. Вау. Фильм от мастера жанра Элая Рота. Время смерти через 3 секунды. Ты же не коп! Кто-то должен был это сделать. Брюс Уиллис в роли суда, присяжных и палача. Безумная неделька выдалась. Этот парень в худи, которого прозвали Жнецом, прав ли он, что взял закон в свои руки? Он стал настоящим народным героем. Что бы ни делали, продолжайте в том же духе. Не вопрос. Жажда смерти только для взрослых. В кино с 5 апреля.